Ну, в Армении, как там сейчас? Это же не жизнь. Света нет. Тяжело. Тяжело, да, все умерло. Остановилось вдруг кино, театр. Будем надеяться. Армен Борисович. Да. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, Борисович, такой вопрос. Многие столичные и питерские актеры, приезжающие к нам, говорят о том, что уникальный феномен в Екатеринбурге. Сюда идет зритель, в наши театры идет зритель. Угу. Каково ваше мнение? Да, я вообще думаю, что... я так, чтобы это не выглядело грубо, но я думаю, что Россия вообще такая очень благодатная театральная почва. Не хочу сказать рынок. Но действительно очень благодатная. Россия всегда любила и ценила, и хотела, я думаю. Потому что вот это знаменитое «Хлеба и зрелищ», наверное, и очень многое определяет. То есть это понятие шире, чем просто хлеба и чем просто зрелищ. В этом нуждается человек, я думаю, и, может быть, эта миссия дана только церкви и театру. Вот эта соборность, вот это, когда люди вместе собираются, оттаивают, согреваются, вместе смеются, вместе плачут. Это очень такой врачующий, это врачует или... душу освобождает, душе дает питание, я думаю. Все остальное, в моем представлении, все остальное разрушает человека. Всякая политика там и так далее. То есть я имею в виду не тех, которые этим занимаются, а тех, которые этим питаются или хотят питаться. Потому что иногда ошибочно человек думает, что вот если он увидел по телевизору встречу Ельцина и Клинтона, то он... тоже может с ними что-то решать, какие-то вопросы. Во-первых, это тоже театр, но плохой театр. А во-вторых, там все решается иначе. Ну, это бог с ним. Но я думаю, что поэтому мы много ездим по России, по стране. И хорошо, я много раз бывал в Екатеринбурге. И думаю, что это хороший зритель. Он такой... знаете, с ним надо все время жить, с ним надо, к нему надо пробиваться. И он, как мне кажется, отвечает, откликается. А чем-то изменился вот зритель сегодняшний от зрителя, который воспринимал в прошлый приезд? Я думаю, что таких принципиальных изменений не бывает так быстро. Это тысячелетия должны пройти, чтобы человек так изменился, чтобы это было заметно. Я думаю, что это все... Мы иногда, как мне кажется, внешние признаки ставим во главу угла. Например, ну, грубо говоря, там начали носить длинные пальто. Мы это назвали «новые русские». Я думаю, что все это, мне кажется, может, я и не прав, но мне кажется, это очень наивно. Человек долго меняется, очень долго, тысячелетия, биологически, по сути, по своей реакции. Понимаете? Поэтому тут не может быть таких изменений, что... Господи, что же за... Так не бывает. Это наивно. Так я полагаю. Вы счастливы? Думаю, что да. Думаю, что да. Пока жив, здоров. Делом, который вроде люблю. Или люблю вроде. Так можно сказать. Думаю, что да. А чего не хватает в жизни? Многого. Моей жизни. Моей... Ну, не знаю, так не могу конкретно ответить. Есть мелочи, частности, которые иногда перерастают в большое.
есть большое, которое суживается до элементарного. Поэтому так трудно судить, потому что с годами ты это... Я себя, хотя играл Сократа, я себя с Сократом не сравниваю, но существует такая знаменитая притча о том, как Сократ оказался на каком-то большом рынке каком-то, ну там, где много всего. Он долго стоял, смотрел, потом говорят, что начал смеяться, и когда его спросили, а что ты смеешься? Он сказал, я смотрю, как много в мире вещей, которые мне не нужны. Это такая некрасивая только фраза. Это действительно, с годами приходишь к этому, что есть много вещей, которые не нужны мне. Армен Борисович, да. Наша программа утренняя, да. Ежедневная утренняя программа, так. Называется она «Аврора». И у нас есть такая традиционная рубрика. Вы не могли бы нам ответить на такой вопрос? Да. Как начинается ваше утро? С чего оно начинается обычно? Что-то хочется сенсационное, да, но вроде нормально начинается. Меня, как правило, нашу семью утром будет мой кот, которого я очень люблю и всегда говорю об этом. Он первый встает у нас и будет нас. Наверное, знаете, я так предполагаю, какой, так сказать, что мы хотим друг от друга в этом вопросе. Наверное, начинаю думать, или вот встаю и думаю, или произношу, может быть, не произношу. Но я думаю, наверное, так вот хорошо, когда я говорю, Господи, не оставь меня. А потом уже пошло, покатилось. Армен Борисович, извините. Почти 40 лет, по-моему, вы связаны с театром и кино. Угу. Что вам не удалось сделать за эти годы? Что не удалось? Да. Я не знаю. Это я не могу на этот вопрос ответить. Я не знаю. Во-первых, потому что я, может быть, чуть больше о себе думаю, чем есть на самом деле. Во-вторых, наверное, даже если существуют, извините за нескромность, достижения, то для человека, который выходит на сцену, который снимается, это все равно со временем отходит на второй план. Там где-то куда-то ты его кладешь, какой-то шкаф, и закрываешь, потому что не дай бог, если ты серьезно в это поверишь. Не дай бог, если актер выйдет на сцену обремененный званиями и регалиями и будет под этим вот так кряхтеть. Это тогда он будет не живой, тогда он будет памятник самому себе. Я хочу просить Господа Бога, чтобы он как можно дольше оставил какие-то клетки живые во мне. Тогда я могу заниматься этим делом. Чтобы я хотел, я любил, ненавидел, радовался, смеялся по-настоящему, чтобы я удивлялся. Тогда я могу заниматься. А самому разбираться, что-то удалось, что-то не удалось, но все равно двигается надо вперед. Борисович, как да. Вы думаете, как бы сложилась ваша жизнь, творческая жизнь, если бы не заехала в свое время актриса Елена... Ольга. Ольга, извините, да, Яковлева в да. Иван. Не знаю, потому что не люблю фантастику. И сам не читаю, и не люблю. Не знаю. Я надеюсь, что там кто-то вот этот ведет меня. А дальше не знаю. Правда. Фантазировать мы можем сейчас с вами такой леденящий душу сюжет придумать, что я бы там упал бы, потом под забором валялся бы и так далее. Но это все неправда и не нужно. Правильно? Ну вот про вас ходила знаменитая вот эта поговорка «Меньше на земле армян», да. Чем в фильме, где сыграл Джигарханян. То есть она как-то вас, это вас задевала или нет? Нет, абсолютно. То есть вы были... это почему так произошло? То есть вы никогда не отказывались от каких-то ролей? И вы брали все, так сказать? Или просто тут так случайность какая-то? Значит, это моя жизнь, угу. Мое дело. Значит, жизнь требует человек... Предположим, который хочет, молодой человек, который хочет там нарастить мышцы, мускулы, он занимается, вот он и наращивает мускулы.
так и актер наращивает какое-то, начиная от авторитарности, что очень важно тоже в искусстве. Понимаете, авторитарность. Вот американцы в кинематографе этим пользуются, потому что если Марлон Брандо говорит, что это молоко черное, то как минимум пол Америки в это верит, потому что Марлон Брандо завоевал такую авторитарность. И просто, да, простите, и просто, да, просто даже для владения профессией, потому что большой длинный процесс привыкнуть к камере, чтобы быть с ним на «ты». Или не видеть, что он здесь тебя фиксирует, и не угождать ему, и так далее, и тому подобное. Поэтому я так думаю, что я в ответе за все, что я сделал за эти 40 лет. В ответе. Плохо, хорошо, в рекламе снялся, в плохом фильме соврал, обманул людей. Я в ответе за это. Я буду свои делать выводы или не буду делать выводы. Но это жизнь. Ее нельзя все время стрелять в десятку. А в каком плохом фильме, например? Много. Знаете, мой учитель говорил, что плохо – это тоже качество. Он говорил так, что бывает стыдно. Вот это никуда не годится. А плохо – это тоже качество. Что-то один думает, что это плохо, другой думает, что это не очень плохо и так далее. Поэтому, ну, бывает, такие бывают. И по своему, так сказать, спекулятивное бывает в искусстве, это бывает. Но я придерживаюсь такого мнения, что надо все попробовать. Когда меня позвали в рекламу, я не оправдываюсь, я говорю честно, я за все в ответе. Но мне было интересно, что это, как это можно, я, который воспитан на психологическом театре, проживание жизни, а мне говорят, не-не-не, это 30 секунд. Вот эти 30 секунд, улыбнись ей, посмотри на него и скажи «чара» там или там «шмара» и так далее. Это надо попробовать. Надо потом поймешь, что это чара не твое дело. Или это лучше здесь, где... Но все равно, я думаю, что это все равно человек, который занимается... Я всегда об этом говорю и буду так думать до тех пор, пока так думаю. Что человек, который занимается искусством, не должен бояться быть некрасивым и смешным. Тогда он должен, может заниматься искусством. Не специально, а не бояться быть некрасивым и смешным. Опять, не специально там чего-то морды строить, чтобы быть смешным. Нет, по сути, быть нелепым. Тогда у нас произойдет. Знаете, я, значит, очень интересная вещь была. Я видел, вот это аэробика занимаются. Да, вот, значит, я в Америке, по-моему, видел очень, очень здорово это. Значит, аэробика. И, значит, работала девушка. Ну, таких в жизни, наверное, не бывает. Такое точенное. Ну, это так, это... И рядом с ней эти же упражнения делала толстушка, которая делала все немножко... Но в чем это гениально? Что ведь таких точенных одна и две обчелся. А вот эта толстушка, она моя. И тогда я тоже рискую это делать. Потому что смотри, она делает. Я буду делать. Потому что я, когда это точенный, я знаю, что я такой никогда не буду. И никогда не... Да, это. А вот когда моя там, моя. Ой, смотри, упала. Явно, нормально. Это я имею в виду, когда говорю некрасивым и смешным. Так, как в жизни. Роман Борисович, да. Ваш сын тоже начал актерскую карьеру, написал собеседник. Где? В театре или в кино? Я не могу сказать, что начал, потому что он достаточно, как мне кажется, серьезный человек, и он пытается себя найти, наверное. Может быть,
Я знаю этот тяжкий путь, и не, ему не говорю ни да, ни нет. Начал это еще очень рано говорить, он пытается проникнуть, он снимался со мной, я сейчас снимался в картине, которая называется «Дон Кихот возвращается», ну, ему там, надеюсь, не по блату. Так вроде его пробовали, все, и, значит, ему дали роль там небольшую, и он снялся. И это тяжкий путь, ему 30 лет. Это очень тяжкий путь. Можно сразу взорваться и что-то, а можно так, знаете, такой мозоли нарастут. Потому что уже 30 лет это немало для внутренней гибкости. Для... Есть ли у него эта потребность? Пусть проверит, я думаю, что. А Дон Кихот играет Ливанов? Ливанов, да. Скажите, какой вы папа? Если у вас есть внуки, то какой дедушка? Нет внуков пока. Тогда какой папа? Кот, у меня кот есть, я его очень люблю. Слышал, что жена вам помогает. Да, папа, да, думаю, нормальный. Нормальный, думаю. Не пытаюсь, навязывать ему, сыну моему, ничего такого, что... Я думаю, самый лучший учитель – это жизнь, если человек способен анализировать. Если не способен, можно читать лекции каждый день по 2 часа, и ничего не поможет. Если человек не способен видеть и анализировать, и выносить из этого, то все остальное уже так. Разговоры, сердце к сердцу тянется, называется. Слышал, что вы преподаете в Авдеевке? Нет, я ушел. Я преподавал. У меня было 2 курса. Один армянский, другой творческое образование. Сейчас находится на очень... Говорю это ответственно, потому что, как кто-то меня упрекнул, 40 лет уже занимаюсь этим делом. Варварство. Вот нынешние творческие вузы – это... Варварство – это растление душ, начиная с 4 лет образования, 4 года. Это я не знаю. Понимаете, для чего это? Жизнь очень двинулась, человек мобильнее стал воспринимать, ритм другой. Поэтому, а там 4 года... Устроились, сидят и отращивают зады. И все. И выходят немощные люди, которые ничего не умеют делать. А им уже, если он в 16 лет пришел, то ему уже 20 лет. Я о своем сыне только что говорил. 20 лет, значит, он уже Ромео не сыграет. Того Ромео, который написал Шекспир. Который с ума сходит от любви к ней. А он сыграет 20-летнего уставшего Ромео. После ВГИКа это точно. Поэтому я ушел. Там нельзя. Это растление. Это вот очень удобно для бездарностей. Как студентов, так и педагогов. Такая, знаете, принцип колеи. Вот устроились, вот там трактор прошел, а я за ним устроился и забот не знаю. А там хорошо. Но надо рискнуть и свернуть туда. Да, завязнешь, но надо рискнуть. А так мы поехали. Год сидят, что-то там иголку в нитку засовывают аффективно. Здоровые люди, красивые. Физиологически уже огромной потенцией, который уже должен быть выхлест. А они, нет, это нельзя, нет. Возьмите стул, отсюда поставьте сюда. Не знаю, это кому нужно. И поэтому нет, это я не революционер, ничего, я просто сам, чтобы не нервничать, ушел.
Армен Борисович, сейчас много известных в Вашингтоне людей, которые работают в творчестве и одновременно занимаются, значит, политикой и, в общем, другими, так сказать, делами. Как Вы к этому относитесь? Владимир Иванович Немирович Данченко, когда одна актриса пришла к нему поступать в театр, он сказал: театр очень ревнивый любовник или любовница. Театр не терпит других увлечений. Это действительно так. А я имел счастье несколько раз общаться с Райкиным Аркадием Исааковичем. Он сказал замечательную фразу, что одно из самых трудных в нашем актерском деле – это закон сохранения эмоций. Такая профессия. Актер в жизни накапливает и только там дает. А если кто-то умеет и в думе давать, и на сцене давать, дай бог ему здоровья. Я не умею, не понимаю, это не моя жизнь, не моя область. Я этого не люблю это. Не люблю. Знаю, что это нужно людям, государству там и так далее. Но я это не люблю. Это, я сказал, это плохой театр. Плохой, очень плохой, грубый театр. Поэтому не знаю. Ваши поклонники видели вас, видят в разных картинах, ага. Самых разных. В каких картинах можно вас увидеть в скором времени? Я не знаю, потому что прокат там возят, не знаю. Ну, я все время снимаюсь, поэтому не знаю. Шерли Мерли, Белый праздник, Ревизор, Дон Кихот возвращается. Замечательный совершенно материал был, какой фильм, не знаю, совместно с французами, называется «Жизнь в красном цвете». Это я называю, так сказать, то, что сделано и закончено уже. А как это пойдет, придет, куда, когда, не знаю. А для рядового зрителя останется 5 минут, нет? 5 минут? Как? Ну, не 5 поменьше, ладно? А? Как скажут. Немножко, и все, вы знаете, что это прекрасный да. Госпектакль. Написал Лазареву письмо с просьбой сообщить, где напечатан пьеса. Мне хотелось ее перечитать. Угу. Лазарев промолчал. Вы не в курсе дела? Где нет, нет, знаете? Нет. Второе, что я вам хотел сказать. Я был 3 года назад в Израиле, в Хайфе у сестры. И присутствовал на встрече Казакова со зрителями. Так. Я был поражен пустотой. Понимаете, я понял, что Казаков попал в какое-то совершенно чужеродное место. Я не понял вообще, зачем он туда попал, почему, что его оторвало от родины. На мой взгляд, он как актер умер. Больше не может быть актером. И мне было страшно досадно. И я хочу сказать, что... Чтобы я не уезжал в Израиль. Не только понял. Мне вообще страшно обидно и досадно, когда крупные наши актеры замечательные оказываются за рубежом, совершенно чужеродной среды, непонятно для чего и зачем. И последнее, что я вам хотел сказать, это большую благодарность за то, что мы сегодня видели. Я думаю, что все зрители были в восторге. И будьте здоровы. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Простят, если не прошу вас рецепт какого-нибудь армянского блюда. Ничего, понятия не имею. Понятия. Полнейший потребитель я в этом. Полнейший. Ничего. Даже подогреть себе обед не могу, если я вдруг остался один там. Да, не знаю. Ну что ж. Yes. Тогда можно все? Вот извините. Ваш любимый кот, и вы тут... Где мой мальчик? Мать. Тут ему просто другие глаза нарисовали. Потому что это было на вспышке, и у него, как знаете, когда блестят. Угу. Вот когда для картины, уже для этого, Зимона, это и не его глаза. Сейчас я вам покажу его глаза. У меня есть фотография моего мальчика. Как его зовут? Фил. Армен Борисович, да. Я сам из Всероссийской военной газеты, так. Которая называется «Военный железнодорожник». Так. Она выходит раз в неделю. Так. Поэтому я не могу вам не задать один это вопрос. Это не... Как вы, в общем-то, относитесь к военной теме на киноэкране? Вы ведь играли роли. Да, если это искусство,
Если это не продолжение политзанятия, то положительно. Но мы, к сожалению, наверное, время было такое, но мы, к сожалению, продолжаем пропагандировать. Искусство не может пропагандировать. Искусство может разбираться, проникать, что-то попытаться рассмотреть. Что? Куда унесли фотографию? Вот смотрим. Да. Понимаете, поэтому я много снимался, и, наверное, если будет, спасибо, возможность или там предложение, я буду сниматься. Но это в редких случаях, когда, к сожалению, так, но это, когда это становится искусством, искусством. Потому что Шекспир тоже рассматривал военную тему. Потому что Макбет – это тоже военная тема, потому что там, я не говоря уже об Отелло. Отелло, как известно, значит, генерал. Это тоже военная тема. Вот, значит, как ее, как, с какой стороны на нее смотреть. А это потрясающая тема. Ух, это такие я видел вещи в своей жизни. Владимир Борисович, спасибо. Вы не служили случайно? Газета. А? Не служили? Не служил, к сожалению, не пустили. Газета «Ритм», будьте добры. Газета. Как? «Ритм» Уралмашзавода. «Ритм». «Ритм». Дату сегодняшнюю, 2 числа. Какое? 2 десамбер. 95-й. Спасибо. Есть. Спасибо. Да. Газета «Военный железнодорожник». Ой, это газета. Пожалуйста. Газета. «Военный железнодорожник». Военный. Это хорошо. Военный. Железнодорожник. Железнодорожник. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Напишите. Николаю? Вот мы, у нас с вами это дело на вашем бомбусе. Николаю. Николаю. На память. Обязательно. Потом отчитываться же. Сейчас, подождите.